Мэр Сиэтла призвал снести памятник Ленину. Эд Мюррей призвал демонтировать памятник Ленину. Мэр американского Сиэтла, штат Вашингтон, Эд Мюррей официально запросил демонтаж памятника Владимиру Ленину и мемориала войскам Конфедерации, сообщает Минорсвест. В последние несколько дней жители Сиэтла выразили обеспокоенность и разочарование из-за символов ненависти, расизма и жестокости в нашем городе, отметил он. Мюррей подчеркнул, что памятники необходимо демонтировать, несмотря на то, что они находятся на частной территории. На Запорожье Ленина превратили в Пилипа Орлика. Ранее сообщалось, что в Украине демонтировали все известные памятники Владимиру Ленину. По материалам сайта news.com.